армия любовников будет существовать вечно. Сегодня утром Жан-Пьер сломал ноготь и отказался ехать в Беларусь. Но мы сказали ему, что ты становишься предсказуемым, ты всегда так поступаешь. Он не захотел быть предсказуемым, и нам пришлось сесть в самолет и прилететь сюда. Все началось, можно сказать, совсем случайно, потому что я приехал в Минск и познакомился с человеком, который 2 года подряд был организатором акции под названием «Музыканты мира детям Чернобыля». И этот человек бросил вот такой вопрос, зная, что я живу в Швеции, и что у меня есть там какие-то контакты с артистическим миром. Можно помочь привести в Беларусь, в Минск, какую-то западную группу. И тут я сказал, ну, можно любую, назви хотя бы одну, которую ты бы хотел. И так и получилась идея. Вот Масюков сказал, армия любовников. Смысл этих концертов и выгода от этих мероприятий, ну, вот она такая нематериализованная, она больше духовного свойства, морального свойства. Она знает, нас поддерживает, о нас говорят, причем говорят те, кого слушают миллионы.
Мы всегда хотели приехать в Беларусь при первой же возможности. Дело было только во времени и дате концерта. Нам нужно было совместить эту поездку с другими концертами, включить ее в наше общее расписание. Это была единственная проблема. А приехать в Беларусь мы хотели с самого начала. Мы решили показать здесь ту же программу, с которой выступали в России и на Украине. Многие из записанных нами песен связаны с Восточной Европой. Мы часто использовали в своих сочинениях русские мелодии и темы. А в нынешней программе мы постараемся в первую очередь исполнить такие песни. Некоторые из них мы споем на концерте. Мы не делали бы этого в Западной Европе, потому что нас бы и не поняли. Конечно, при первом знакомстве, при первом взгляде на ансамбль, на этого человека, может показаться, что вся тема разговоров может исчерпываться словами «цигель», «цигеля» или «на самом деле совсем было не так». Мы говорили о, значит, возникновении Вселенной, о теории Большого Взрыва. Говорили о материи, об антиматерии, о галактиках, о различных религиях, о Заратустре, зороастризме и наиболее известных и ведущих его представителях, таких как Ганди или тот же Фредди Меркьюри. Говорили о Речи Посполитой и о месте Белоруссии в ней, и белорусском языке. И вообще он показал великолепное знание славянской культуры, в частности, поэтому, когда он говорил на концерте, что мы очень интересуемся и любим славянскую культуру, это не была бравада, не были пустые слова, для того, чтобы понравиться, это была правда. Это просто очень хорошие люди, очень добрые люди, очень интеллигентные артисты. Со спонтанным, нормальным, естественным, природным юмором. Даже элементарный автограф дается очень просто, с улыбкой, без каких-то там амбиций. То есть все очень просто. Oh.
когда поехали на радио BA выступать в прямом эфире, подъехали вот старое здание телевидения, там, где это радио располагается, и выходим из машины, и там около входа стоит такой горбатый запорожец, старый-старый. Александр вышел, как увидел его, подбежал сразу. Оказалось, он интересуется этими всякими экзотическими старинными автомобилями. Говорит: «О, что это такое? Трабант?» Ему говорят: «Нет, это не трабант, это машина «Запорожец», делается на Украине, это знаменитая машина, популярная, в народе называется броневиком». Ему так она понравилась, что он записал ее название, он говорит: «Я бы за нее не пожалел кучу денег, это ж такой раритет». Мы сказали, что ну, неизвестно, кто хозяин. А там у него еще, этого запорожца, колеса были кистью покрашены в голубой цвет. Он говорит: «О, и колеса типа кистей покрашены в голубой цвет». Кто-то из свиты, из наших, кто-то работников, я не помню, ему говорит: «А вы знаете, что значит по-русски голубой?» «Нет». Ему объяснили, он так: «А что, хозяин?» Сказали: «Говорим же, что хозяин неизвестен. Если бы был тогда хозяин, заработал бы кучу денег и был бы горд всю жизнь тем, что продал запорожец за бешеные деньги Александру». Liberace fan, a megastar.